Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Апо, добро пожаловать обратно в Mortal Kombat Mobile. У нас сегодня празднование Нового года, по-донатерски уже третий день. И сегодня в игру разработчики добавили алмазный комплект защитника терминатора за души. И хочу себе купить зимний комплект холодом. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Нам сначала нужно будет купить зимний комплект холода, потому что на аккаунте душ не хватает на открытие набора защитника. На дворе бушует метель, откройте этот зимний комплект, чтобы гарантированно получить карту алмазного персонажа, плюс 3 карты золотых персонажей, фон, значок или титул в зимнем стиле, а также 1000 душ, доступно только в течение ограниченного времени. Окей, давайте покупаем. Я заметил, что с этого набора можно достать не только персонажей из отряда холода, то есть бывший отряд холодной войны, но и персонажей из отряда круга тени. Надеюсь, это не будет на продажу, потому что почти у меня все персонажи из отряда круга тени алмазки на 10-м слиянии, хотел сказать, и получили на продажу. Хотя бы будет кэшбэк душ. Итак, давайте приступим к открытию набора защитника. Терминатор у меня очень слабо прокачанный, тут целых 14% на алмазку. Пожелайте успехов, поехали. Итак, первый набор, первая тройка. Я, если честно, не думаю, что особо ей повезет, потому что обычно с таких наборов вообще не везет. И это да ну на... Это защитник Терминатор, ребят. Всего лишь 4% на этого персонажа. И мы его достаем с первой тройки, с первого набора. Это вообще безумие. Ну, что происходит? Вторая алмазка. Только не говорите, что сейчас будет 3 алмазки. Нет, да, реально 3 алмазки со 3 наборов. Я начинаю думать, что набор забакованный может. Я первый раз вижу, что со 3 наборов 3 алмазки. Ладно, шутки в сторону. Давайте посмотрим на вторую тройку. Если тут тоже будет 3 алмазки, то значит 100% набор сломан. Нет. Есть золото, значит, с набором все в порядке. Если есть золото, набор не забагованный и не сломанный. И это второй золотой персонаж. Надеюсь, достанем еще одну алмазку. И это Кунг Лао. Ну ладно. Открываем третью тройку. Это Лю Канг классик. О, господи. Не, если честно, я давно хочу этого персонажа до 10-го слияния поднять и прокачать. Потому что перс имба, иммунитет к кровотечению, иммунитет к отравлению. Это вторая алмазка. Ребята, они троллят меня или... Это шутка такая. Я не помню за всю историю, насколько я открываю наборы за души. Такой дроп.
Я на секунду подумал, что это будет опять три алмазки. Еще рано делать выводы и не хочу сглазить свой дроп, но могу сказать 100%, что это самое лучшее открытие за всю историю, то есть алмазный набор защитника. Я на своем личном опыте это говорю, не для всех. Возможно, у кого-то дроп лучше, но я такого дропа просто не помню, если честно, вообще люто. Конечно, обидно, что многие алмазки на продажу, но все же это алмазки. Лучше, чем любой золотой персонаж. И тем более, у меня все золото почти на 10-м слиянии. Если, конечно, не считать Синделы да низкую кровь, все остальные, кроме нее, на 10-м слиянии. И это всего лишь кэшбэк душ для меня. На продажу золотые персонажи, но алмазки порадовали очень сильно. И я могу сказать, что не зря открыл этот набор. Я думал, по дефолту, как и обычно, будет кругом только золотые персонажи на продажу. Но алмазки порадовали. Хотя и на продажу очень многие. Будет ли алмазка? Нет. Это классик Sonya Blade. Даже дабл Sonya Blade. А, еще кроме Синдал у меня Джейсон Вурхис, слэшер. Не до X-слияния прокачан. Забыл про него. Ну, это Рейден, ясно. Порадуют ли разработчики еще алмазками? На самом деле, еще много алмазных персонажей, которые не на 10-м слиянии и нужно прокачать. Очень многие алмазки сейчас у меня на 8-м и на 9-м слиянии. Ожидают еще одно, еще два слияния. Вообще было бы неплохо. Тут 10% на рандомную алмазку. Открываем последние два набора. Ну, скорее всего, алмазки уже не будет. Видим сверху уголочек, значит, это на вознесение персонаж. Но все же я очень доволен дропом. 5 алмазок, если я не ошибаюсь, достали мы с вами сегодня за 20 наборов алмазный набор Защитник Терминатор. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем мира и добра. Всем до скорых встреч. Не забудьте поделиться своим дропом, своим успехом в комментариях.